Воспитанники пришкольного лагеря «Северная жемчужина» посетили городскую пожарную часть со знакомительной экскурсией. Ребята познакомились с огнеборцами, примерили обмундирование и даже поучаствовали в тушении импровизированного огня. Сейчас подходим к машинам. Водители, пожарные, пожарные охраны проведут вам ознакомительную экскурсию. Расскажут, покажут пожарно-техническое вооружение. Расскажут, где они сидят, покажут средства защиты органов дыхания. Ну и позже подадим воду. Каждый может попробовать себя в роли маленького пожарного. Большая красная пожарная машина и звук сирены всегда вызывают у детей восторг. Огнеборцы помогают ребятам забраться в спецтранспорт, подробно рассказывают о технике. Есть 51-й, есть 77-й. Очень тяжелый. Да, он идет универсально, он регулируется по расходу и по распыленности. Это также регулируется, получается, вот здесь эта сетка поворачивается. Любознательные подростки в полной мере ощутили себя настоящими пожарными, примерили боевку и каску, осмотрели отсеки спецавтомобилей и, конечно, задавали много вопросов. Даже опробовали работу огнетушителя и походного ранца для тушения лесных пожаров. Мне понравилось смотреть машину и тушить огнетушителем якобы огонь. Много машин, это во-первых. Во-вторых, показали, как работает огнетушитель и как тушит пожары. Я хочу либо папин бизнес это продолжить, либо стать пожарным. Мне нравится. Быть пожарным – это очень тяжелая, трудная работа. Ну, наверное, да, потому что это очень многоуважаемая работа, и это несет помощь людям. После этой экскурсии я еще очень захотел стать пожарным, потому что это очень хорошо помогать людям. Мальчишкам и девчонкам всегда очень интересно, как работают те, кто первым приходит на помощь. Детям рассказали о правилах поведения при возникновении пожара, напомнили телефон службы спасения 112 и о том, как не допустить возникновения опасных ситуаций с огнем. Огнеборцы надеются, что ребята не только научатся безопасному поведению, но и в дальнейшем заинтересуются профессией пожарного. Цель данных мероприятий – это пропаганда пожарного дела. Хотелось бы, чтобы в будущем дети хотели стать пожарными, вступили в наши ряды, поступали в учебные заведения, уже планировали. Также родителям рассказывали о пожарной охране, о работе в пожарной охране. Возможно, у кого-то папа придет, давно хотел работать в пожарной охране, увидев данный сюжет, придет к нам на работу. В заключении экскурсии воспитанникам пришкольного лагеря продемонстрировали настоящую работу пожарной машины при тушении огня. Все дети остались довольны, а некоторые, возможно, определились с будущей профессией. Дмитрий Писеев, Антон Иванов, Новости Муравленко.